Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 20 января. По народному месяца слову Иван Бражный. Перезимье. По одному из календарей у славян ведание. В этот день христиане отмечают собор Иоанна Предтечи и Крестителя. Еще не успел народ после крещенского мороза в избах отогреться, а уж весть о весне приходит. Хоть и тяжелы снега глухозимья, а коль деревья вынее, значит небо будет синее. И разгорячившись на радостях, январское солнце напомнит о себе неожиданным в это время теплом, заставив сосульки всплакнуть под рыхлеющей потихоньку зиме. Но людям, похоже, ее ничуть не жаль. Они, опьяненные светом, веселой толпой ходят по улицам от избы к избе, распевая озорные частушки, самая актуальная из которых звучит приблизительно так. «Накурило, намело снегу голубого, но не женят мясоедом всякого любого». Заканчиваются зимние святки, конец постов, начало зимнего мясоеда, будничных хлопот и малой свадебной поры до Масленицы. Так вот, оказывается, отчего мужики с утра такие веселые. Не яркое солнце заставило их от радости захмелеть, а добрый соседушка, пригласивший начало мясоеда отметить чаркой медовухи или кружкой домашнего пива. Да и не без причины к столу зазывал любезный сердцу сосед, а приглашал сватом быть, засылая в дом приглянувшейся девушке. Вот так, шагая от избы к избе, пьянели мужики, для оправдания говоря, мол, малого да пьяного сам Бог бережет. А вот тут ошибочка вышла. Не Бог пьяных бережет, а чертушка овладевает запойным, куражась и смеясь над его хмельными выходками. А улучив подходящий момент, может, завладев бессмертной душой бедолаги, поселиться в его теле, используя вместо костюма или водя по улицам, как ярмарочного шута, на всеобщее обозрение и осмеяние. И тогда никто уже не поможет горемыке от рогатого провожатого избавиться. Разве что отыщется опытный знахарь, умеющий припадочных и одержимых отчитывать. Или согласится местный священник прочесть на запойном все псалтыри по 3 раза. Да и то за счастливый исход дела ни тот, ни другой не поручится. Вот и выходит. В хмелю сладко, а потом гадко. И кто хмельное употребляет, тот человеческое обличье теряет. Окончание святочных гуляний означало возвращение к привычной жизни. Про этот день говорили. Иоанн Креститель все праздники увел, а поэтому на посиделки вновь полагалось приходить с работой. В праздничные дни молодежь на посиделках только веселилась. День Ивана Бражника называли также перезимником. Говорили, что он о весне весть подает. А еще примечали. Утром туман к богатому урожаю хлеба. Если погода ясная, к засушливому лету. Если пасмурная и снежная, к обильному урожаю. И добавляли. Помело метлой, придет государыня Масленица, метельная. А по одному из календарей у славян ведание. Праздник проводится только духовными проводниками. Волхвы обращаются к иномирью и гадают на будущее. Творят святые таинства. Здравия и здравомыслия вам, славяне! Братья месяцы.